Ребят, всем привет! Вы на канале Антон Хатунцев, мульчер-эксперт. В этом выпуске я вам расскажу, как мы закончили за один месяц благоустройство территории площадью 4 гектара, расчистили от древесно-кустарниковой растительности, убрали валежник, сделали два водоема и расчистили русло ручья. Поехали! Работа проводилась в Московской области. Начинали мы ее ровно месяц назад, 9 октября. Сегодня 9 ноября, работы завершены. Начиналось все еще без снежного покрова. Сейчас уже все заворошило снегом. Работали мы двумя единицами. Значит, один у нас экскаватор на широких гусеницах, который мы покупали в Иркутске. Гусеницы 800-е, широкие, болотные. И вместо ковша у него мульчерная установка ФАЯ. А второй экскаватор GCB-205 с навесным оборудованием. Это гидравлические ножницы Woodcracker и гидравлические грабли, также Woodcracker австрийские. На этой территории у заказчика была задача привести в порядок территорию, которая очень много лет не ухаживалась, не обрабатывалась. Она заросла кустарником, валежники валялись, деревья гнилые, где-то были вырваты корни, ручей был полностью забит бревнами, вода поднялась, участок отсырел, территория не функционировала и не работала. Значит, с чего все началось? На территорию были завезены бытовки, вот именно конкретно в этом случае ребята жили в бытовках, отапливаемые, был отдельно биотуалет. Сразу же за нами зашли строители, и которые след в след работали после нашей расчистки, делали по периметру забор. Забор, кстати, очень интересный. Я хотел бы такой забор применить в будущем, может быть, скорее всего, на своих территориях. Значит, сетка, ее так называют 3D, выкрашенная в коричневый цвет. Я такую же сетку видел, ее покрывают полимером, пластиком. Очень удобно, быстро собирается, быстро возводимый забор. Значит, площадь 4 гектара была по периметру полностью закрыта сеткой, так как у нас в некоторых местах были бревна, валялись деревья, нам нужно было это расчистить, и строители ставили по периметру, закрывали все забором. Два водоема, которые были заиленные, были расчищены, была построена новая дамба, мы сделали дамбу из глины, и строители следом за нами, значит, прокладывали трубы водосточные, пластиковые, полимерные, и в данный момент водоемы уже набрались, они обрели архитектуру, окружность, и визуально это прям выглядит очень эстетично и красиво. У меня есть старые видеоролики, сейчас мы их вставим. Так, ну что, здесь пойдем. В прошлый раз я здесь ходил. Женя сказал, сегодня вот эти кучи доделает. Сейчас будут переезжать на эту сторону. Это маленькая кучка справа. По прямой. Также почистили русло ручейка, который сейчас прям активно задышал. Был такой прям сложный процесс. Я думаю, вы видели, ранее мы чистили примерно такого же формата ручей и речку в Белгородской области. Сравнить ту работу и эту здесь более сложная. Здесь не так много деревьев, которые можно было укладывать, делать из них такие так называемые лежневые дорожки, по которым можно было ездить. Но вот работа выполнена, заказчик доволен. Ребят, если вам, вашим друзьям, вашим родственникам, кому угодно понадобится обустройство такой локации, как вы сейчас увидели, может быть, у кого-то такая локация есть, но она в беспорядочном состоянии, предлагаю, вы можете вызвать нашу организацию, оставить заявку на нашем сайте okachevnik.rf или оставить заявку по номеру WhatsApp или в Telegram, номер, значит, 8-925-575-5929. Также, ребят, мы сейчас занялись флиппингом участков, то есть мы покупаем большие объемы земли, наводим там красоту, порядок. В основном это земля промышленного использования.
под промышленные объекты, будем межевать на маленькие участки, и если вдруг кто-то собирается переезжать, перевозить куда-то свою технику, или кому-то просто нужно открыть новое какое-то производство, можете также обращаться к нам, мы можем предложить участки от 50 соток до 1 гектара промназначения с рядом прилегающим асфальтом, с хорошими соседями, именно выбираем те участки, где проходит линия электропередач и газ низкого давления, так что имейте в виду. Также можете по этому номеру телефона 8-925-575-5929 обращаться. Еще у нас есть телеграм-канал, называется он Антон Хатунцев, мульчер-эксперт. Также мы теперь есть в Рутубе, также название Антон Хатунцев, мульчер-эксперт. Ну и как всегда, соцсети ВКонтакте, Одноклассники. Не забывайте подписываться, писать, задавать вопросы. До новых встреч, ребят!